друзья, смотрите. Смотрите, вот мы идем к другу своему. Ой, а что у тебя с лапкой, лопатунчик? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а кто тебя это обидел? Вот такой вот, друзья, лопатунчик, амбальчик. Мой друзьяка. Пришел его, покормил, думал с ним пойти на речку, а он, друзья, немножко больной. Тут у него лапка, он не наступает на нее. Бедолага. А я знаю, что это ему повредили специально лапку, потому что тут были недовольные, что он тут живет. И грозились ему и убить его, и зарезать. Вот. Лопатунчик. Ну ничего, мы с амбальчиком пожелали, чтобы тот, кто это сделал, если это сделали люди, чтобы его дни сократились вдвое. Да, амбальчик? И не видим в этом греха. Как говорится, зуб за зуб. Да, амбальчик? Да, амбальчик? Хороший мой, хороший. Братишка, друзья. Как-то так. Холёси, холёси. Ничего, ничего, братишка. Отвезем тебя завтра, наверное. Да, завтра отвезем. Я номер найду той женщины, куда мы тебя водили. И она тебя посмотрит, лопатунчик. Скажет, что тебе нужно делать. Ой, лопатунчик. Такой холёсий уже лопатунчик. Шляпкой у него. Беда случилась с лапкой. Лопатунчик. Как-то так, друзья. Не бросайте своих друзьяк. Ни за деньги, ни за то, чтобы выехать и оказаться за границей. Не бросайте их. Вот. Вот такой лопатунчик, да? Лопатунчик. Мой холёсик. Мой друзьяк. Вон, смотрите, сколько у него. Ай. Ой, короче, друзья, как-то так. Вот такая вот тема. Звичайный хлопець не в настрої, бо бачите, якісь проблемки у мого улюбленця. Да, амбальчик? Немножко біда случилася з здоров'ям. Що ж з твоєю лапкою? Вроді би занози нету, тому що якщо б була б заноза, вона б опухла або загноєння були. Ну я вже днів 10 у нього не був. То роботи багато, то сам подушатаний був. Вот. И он тогда ходил нормально. Сейчас, то есть за дней 10 уже могла бы какая-нибудь, ну, гной был какой-нибудь бы, да? Он, видите, не наступает, и он вот так ее держит, скрученной. Вот. Хотя беру, не рычит, ничего. Может, ушиб какой-то, амбаленок. Себя кто-то ударил, ты мне скажи, а он со мной общается. Мысли, образы присылает мне, да, по Wi-Fi, амбаленок. Так что, друзья, давайте вместе ему пожелаем быстрейшего выздоровления. Он наш друзьяк, они все наши друзьяки. Ой, короче, нет у меня настроения, друзьяки. Видите, вот такая вот беда произошла. Я хотел его пойти выкупать, помыть ему шерстку, а он ходить не может. Ну, точнее, может, но хромает. Не буду уже водить его там. Речка с такими буграми, холмами. Он любит там побегать, не буду его водить, потому что он не дойдет туда. Ой, лопатунчик. Как-то так, друзьяки. Работаем. Дамбальчик, дамбальчик. Передавай всем привет. Передавай всем привет. Ах ты, ах ты. Хорошие друзья. Жестко этой темой подавлен, конечно. Это мой друзьяка. Братишка мой, такое случилось.
как-то так, друзья. Так что давайте мысленно ему пожелаем ему здоровья, да? Вот. Быстрейшего выздоровления. Вот. Завтра с утра на работу подписался уже. Вот. Там найду телефон один, там женщина ему помогала в свое время. Ну, она знает. Ну, медик, зоомедик, или как они правильно называются, да? Отвезу его завтра. Но номера не помню, где-то он дома валяется, надо найти этот номер. Там людям написал, кто ее знает, может, они мне, если увидят сообщение, пришлют ее номер. Я узнаю, либо к ней ее отвезти, либо куда-то в другое место. Вот. Короче, посидел я с ним немного, помедитировал, чтоб ему легче стало, чтоб он выздоравливал побыстрее. Короче, как-то так, друзьяки. Вообще нет настроения. Лопатунчик, лапки, как у ветмедика, друзья. И он раненый. Если это сделали люди, то я повторюсь, что я желаю, чтобы у них было в 100 раз хуже ситуация, чтобы судьба их наказала. Наказала за такие деяния. Короче, как-то так.